GIF токены, как получить их бесплатно, не вкладывая свои деньги. Надо поучаствовать в баунти компании. Как в ней участвовать, как в ней регистрироваться, как отправлять отчеты, когда их отправлять и в каком виде, мы разберемся с вами в этом видео. А для тех, кто хочет поучаствовать в ICO, пожалуйста, переходите на официальный сайт. Все ссылочки будут у меня в описании под этим видео. На официальный сайт, на документацию, на описание самой баунти компании, все будет под видео. Здесь мы видим, что цена на ICO данного токена 1 эфир. За один эфир можно купить 10 тысяч токенов. И, пожалуйста, можете участвовать в данном ICO, которое скоро уже начнется. А на тот момент, что вы смотрите видео, может быть, уже даже началось. А тема этого видео – как участвовать в баунти компании GIFCOIN. Вот. Более подробно со всеми деталями данного ICO можете познакомиться, посмотря мое предыдущее видео. Я там снимал обзор по ICO. Вкратце скажу, что GIFCOIN означает инвестиционный фонд азартных игр. Это уже работающий продукт, то есть деньги собираются не для создания какой-то идеи с нуля, а для улучшения ее функционала. Фонд поддерживается уже функционирующим сайтом ставок, который называется vital.bet.com. Покупка GIF токенов из нашего ICO позволит инвесторам участвовать в существующем и прибыльном бизнесе, который находится в начале долгосрочного устойчивого роста. Прошу прощения. Владельцы токенов GIF получат 80% годовой прибыли. VitalBet. Один раз в год. Так, итак, поехали. Компания Сбонтака за щедрость продлится 6 недель. Будем награждать маркерами GIFCOIN стоимостью GIF через программу бонусов. Ставки будут распределяться в конце. Так, все вознаграждения будут выплачены после окончания ICO. Пожалуйста, следуйте таблице в Google, чтобы указать. Так, ну, это ссылочка на таблицу участников во всех разделах в данной баунти компании. Вот. И дальше у нас идет техподдержка. Можно связаться здесь, либо в Telegram-чате. Распределение. Дальше у нас идет, сколько процентов от общего пула идет в каждый раздел. Начисляться будут так ставки. Например, участники компании Twitter. Хотя тут у нас, по-моему, указаны токены, да? Насколько я понимаю. Ну, наверное, в каких-то разделах будут ставки. Ну, что такое ставки? Ставки участникам компании Twitter будут получать ставки. Вот видим, да, Twitter. Каждую неделю во время кампании. В конце кампании количество бонусов GIF каждого участника будет рассчитываться таким образом. То есть все будет отталкиваться от того, сколько участников...